Тем временем в ООН прогнозируют, что число беженцев из Судана может превысить 800 тысяч человек. Из-за конфликта в соседние страны уже выехало больше 100 тысяч людей. Согласно данным Всемирной продовольственной программы, ситуация может привести к гуманитарному кризису. Причем не только в Судане, где треть населения уже страдает от голода, но и во всей Восточной Африке. Конфликт в борьбе за власть между регулярной армией и военизированными силами быстрого реагирования обострился в середине апреля. По официальным данным, в ходе боев погибли более 500 человек, более 4500 получили ранения. По словам спецпосланника Генсека ООН Волкера Пертеса, суданские воюющие генералы согласились направить своих представителей на переговоры. Среди возможных мест проведения — Саудовская Аравия или Южный Судан.